Господь, благодарим Тебя за эту возможность участвовать в этом таинстве, за эту свободу, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы становимся причастниками Твоего дела и Твоей крови. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты так страдал, Господь, и спас нас, Господь, и омыл нас своей кровью. Мы благодарим Тебя за эту святую возможность, Господь, быть в Твоем теле. Слава Тебе, любовь, Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Пришло время послужить нам нашими средствами, нашими финансовыми. Пусть каждое сердце пожертвует по своему расположению. Драгоценную жертву Твоего Сына Иисуса. И мы склоняем сегодня свои колени и сердца пред именем нашего Господа, который, не жалея себя, отдал всего себя за нас.
Отец, спасибо, Ты пролил свою драгоценную кровь за Твою дорогую церковь. Благодарим. Господь, и сегодня приносим, Господь, то малое, Господь, что можем принести, то малое в сравнении с тем, Господь, что Ты отдал за нас. Ты отдал самое дорогое Сына, Папа. Я прошу, благослови сегодня Твой народ. Я прошу, драгоценный Святой Дух, пусть Твой огонь придет в каждое сердце, чтобы мы могли продолжать до края земли нести любовь Христа, нести Твое Евангелие, жить то, словом ли, или, может быть, даже смертью, Господи, благослови, чтобы огонь Божий, огонь Святого Духа был в каждом сердце сегодня, Отец. Благослови. Мы приносим эти жертвы к Твоим ногам. Прими их, Отец. И пусть они пойдут на достижение новых сердец Твоей любови. Благослови каждого, кто принес. Ты видишь сердца, Господь. Я прошу, кто трудится или занимается бизнесом, я прошу, дай Твое расширение ради славы Твоей. Пусть Твоя мудрость и содействие будет с ними. Пусть Твой покров будет над их семьями и домами. Приносим это Тебе с благодарным сердцем. Спасибо. Прими это, Отец. Во имя нашего Господа Иисуса Христа молитесь. Все скажем. Аминь. Усаживайтесь. Пришло время сделать объявление. Всем добрый день. Особенно приветствую тех людей, которые сегодня у нас впервые. И мы знаем, что есть такие люди. Давайте просто поприветствуем их. Мы очень рады вас видеть, и мы приглашаем вас на чаепитие и знакомство с вами на второй этаж. Последняя дверь справа. Пожалуйста, после служения проходите туда, будем знакомиться и вместе пить чай. Скажу некоторые объявления по церкви. Каждый вторник у нас проходит служение. Помимо воскресного служения, еще во вторник. Во вторник мы собираемся в 10 вечера. Да, это поздно, но люди приезжают с работы, с учебы. Во вторник в 10 вечера молитвенное служение. Мы здесь пребываем в слове. Мы здесь много-много молимся. Если вы хотите уединиться в молитве, это замечательное время. Поэтому приходите во вторник в 10 вечера. В среду, в четверг у нас дни домашних групп. Наши братья сейчас собираются по домам. Здесь в церкви также проходит домашняя группа в четверг в 8 вечера. Также проходит домашняя молодежная домашняя группа также в четверг в 8 вечера. В другой комнате мы собираемся с молодежью. Для молодежи сегодня объявление, для лидеров молодежи. Сегодня у нас собрание. Еще что, в субботу. В субботу у нас проходит служение изучения Библии в 11:00. Мы вместе размышляем над Словом. Вчера мы тоже собирались, было очень интересно. Поэтому приходите, это очень интересно копать Слово Божье, глубоко размышлять, делиться своими свидетельствами. Молимся друг за друга. Поэтому в 11 дня, в субботу. Уборка церкви у нас проходит в 13:00. Желающие присоединиться, приходите. Подростковое служение в 17:00. В субботу также. Еще хотели бы вам напомнить, что у нас есть группа в Вайбере, группа «Церковь Агапы» называется. Если вы еще не присоединились, присоединяйтесь. Там мы говорим о своих объявлениях церкви. Там мы поздравляем именинников. Там мы... Также у нас есть слово на каждый день, вместе размышляем над словом. Поэтому присоединяйтесь к группе Вайбер. Также у нас есть канал на Ютубе, если вы хотите прослушать проповеди. Пожалуйста, присоединяйтесь. Церковь Агапа можете набрать и высветиться. И, пожалуйста, просьба молиться за пастора Николая, который находится в Корее, за его супругу Светлану, за полное исцеление. Они сейчас находятся на лечении. И также дальше молиться будем за пастора Пауля, который находится в Америке, чтобы он также здравие преуспевал. Сейчас хотела бы попросить пастора Владимира Паку молиться за сестру Екатерину, Катя. Мы знаем, что ты уезжаешь домой, в Никарагуа, надолго, как мы слышали. Поэтому мы хотели бы помолиться вместе за тебя. Можно, пастор Владимир?
Дорогая наша сестра, мы благодарим Бога за тебя. Благодарим, что мы узнали тебя, познакомились с тобой. Но расставание, как мы все знаем, всегда немножко грустно. Но если мы будем пребывать в Духе, то мы всегда будем близко через Духа Святого. Я верю в это. Давайте мы сейчас вместе благословим ее дорогу благополучную, чтобы пребывание ее там же было благословенным, чтобы всегда мы через Господа Бога могли иметь общение вечно. Святыми, как говорится, да, в данный момент. И главное, да, конечно, церковь, чтобы она могла продолжать подкрепляться духовно. Да? Давайте все помолимся. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы славим Тебя, Господь, за церковь Твою. Мы славим Тебя, Господь, за благодать и милость Твою, Господь. Мы славим Тебя за то, что Ты постоянно пребываешь вместе с нами, знаешь нас и не оставляешь, не покидаешь ни на секунду нас, Господь. И сейчас мы, Господь, Отец, мы молим Тебя благодарностью за сестру Екатерину, Господь. Отец, мы верим, что Ты также ее любящий будешь охранять, оберегать, но наше дело молиться за нее, и мы молим, Господь, и благословляем сейчас пред именем Твоим, Господь, пред Тобою, чтобы, Господь, ее поездка была благословенной и успешной, Господь, чтобы пребывание также там было, Господь, радостным для нее, и, Господь, чтобы она могла обязательно найти то место, где также будут собираться братья и сестры во Христе, где будут проповедоваться имя Твое, Господь, чтобы она могла всегда, где бы ни находилась, находить Тебя, пребывать в присутствии Твоем, Господь. А нам, Господь, дай, чтобы мы всегда помнили о ней и всегда вместе поддерживали в молитвах наших ее, Господь. Благослови, чтобы мы всегда пребывали в единстве, где бы мы ни находились, и поддерживали друг друга, Господь. Мы всю ее жизнь, все ее планы, Господь, вверяем в Твои заботливые руки, потому что только Ты можешь позаботиться о ней, Господь, как нужно, Господь. И поэтому мы верим, Отец, и благословляем именем Твоим, и молимся именем Иисуса Христа. В завершении нашего служения давайте помолимся молитве «Отче наш» и примем благословение. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами со всеми. Аминь. Давайте назовем слава Господу. И поскольку нас ждет с вами чаепитие, давайте благословим все-таки чаепитие. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за все, что нам даешь по милости своей. Мы благодарим Тебя за хлеб духовный, который Ты даешь нам и окормляешь нашего внутреннего человека. Мы благодарим Тебя также, Господь, что Ты восполняешь наши нужды, Господь, и даешь нам пищу плотскую, Господь. Мы молим и просим, благослови ее, очисти, дай принять с благодарностью. Господь, благослови наше общение за трапезой и благослови наше возвращение домой. Слава Тебе, Аллилуйя! Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Все. Слава Богу. Каждый день я ищу тебя, мой.
Слава Богу.